Добрый день, ребята! Сегодня я предлагаю нарисовать декоративный натюрморт в теплых цветовых тонах. Работу мы начнем с компоновки предметов на листе. Давайте проведем линии стола. И наметим прямоугольниками расположение кувшина и фруктов. Давайте проведем осевую и горизонтальные линии для выстраивания формы кувшина. На горизонтальных направляющих мы будем откладывать одинаковые расстояния относительно осевой линии для симметричного построения формы кувшина. Давайте ломаными линиями наметим форму кувшина и фруктов. Ну а сейчас давайте будем выстраивать эллипсы и придадим объем конструкции кувшина. Форму фруктов проработаем уже более плавными линиями, уточним. Удалим все линии построения. Давайте наметим линии драпировки, складки, а также падающие тени. Давайте проработаем форму каждого предмета. Выберем условным источником освещения левый верхний угол композиции. Начнем работу красками. Мы будем использовать два основных цвета, это красный и желтый, а также два вспомогательных, белый и коричневый. Белый цвет нам поможет при получении более светлых, а коричневый для получения более темных оттенков желтого и красного.
Ну вот и все, ребята. На этом мы будем с вами заканчивать. Я с вами не прощаюсь, а жду вас на следующих уроках.